folks. Things are heating up. That's right. Excavator and stake out are in prime form. Pounding it out tonight. Shut to the nuts and bolts! Ha 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 ha! Winding up for the bitch! Excavator steamroll staker! Knocks him right on his can! Stakeout is dead now! Unbelievable! Seems a little shaky, though. Boy, he doesn't look too happy. Ooh, you got that right. Stakeout is locking his radar on. Case of heartburn for the old excavator. Oh, please. What a show-off. Showboat like that would not have been tolerated out there, am I right? Let the boy have his fun. Time to take out the trash. You know, I gotta tell you, excavator did have a pretty good right hand. Well, not anymore. It pays to recycle it. Sweeping up the floors and squeegee up that oil! It's time for the main event! Oh yeah! Look at him go! Ooh, that new red rocker must have a handsome crappy! Ha ha ha! Don't you think that blue baby? Yeah, and his face will look a lot more like yours once Stakeout is done with him. Suckin' Robots Arena! Хай, всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Сегодня у нас воскресенница, и мы с вами поиграем в посмотрелочку на PlayStation 1. На повестке дня у нас Rock'em Sock'em Robots Arena. Короче, заставочка вообще была прикольная. Сделали какого-то супер-мега-модного робота. В общем, игрушка у нас 2000 года выпуска от разработчика Paradox Development. И издатель у нас Mattel Interactive какой-то там. Игра у нас в жанре action fighting. Файтинг, конечно же, будем файтерить. Только так, сейчас. Сейчас я разберусь только что здесь. Versus мод. Beat Yourself. Карьер мод даже есть. Стейкс какой-то мод. А, смотри, победи оппонента и забери одну из его частей. Мы что-то такое играли уже, RoboPit было там, что части можно было забирать как трофей, типа. Будь осторожен, типа тебя то тоже могут забрать, да? Окей, ладно, практика понятна, опции. Давайте сейчас быстренько в опции глянем, что там у нас по управляшке и пойдем в бой. Управляшка, короче, по... Так, короче, разберемся по ходу. Окей, что, никто не знает, как в файтинге играть. Нажимаешь все кнопки, короче, нормально, и все получается. Так же, правильно, нет? Pit yourself against another player. Так, вот это, карьер. Давай карьер. Да, кстати, всех еще с праздничком поздравляю с Пасхой. Так что всем Христос воскрес. И мы погнали вообще херачить дальше. А что такое новый карьер? Как тут? Новая. Давай новая. Во. Так, электрика. Что это электрика? В минусе, что ли? Хит в плюсе. Энергия в плюсе. Кинетика в плюсе. А, сила. Weakness. Слабость у него в электрике. То есть его электрикой нужно херачить. Окей, понятно. Так, ты что? Ух ты, ебать. Электрика у него... У него хит... Подожди, хит. Что такое хит? Это огонь.
слабость к огню и слабость к энергии. Кинетика и электрика. У него сила на электрику. Надо какого-то средненького брать, наверное, да? Хит у него... Ну, я так понимаю, у всех будет минус на что-то. Но этого минус только на электрику. Смотри, этот уже в плюсе. Ебаха! Вот этот ты прям... А, это наш красный. Энергия электрика, да? У этого наоборот, синий. Так, этот... Ой, какой-то слямураи. Слямураи. Нифига тут бойцов так-то. Ох ты, какой-то диновенджер. Вот. Я не знаю даже, кого и взять. Да ладно, в принципе, давай. Я не знаю, давай попробуем вот это. Так, что ты хочешь от меня? Blue Bomber, так, эти закрытые. Вот этот, да, против Blue Bomber. А, смотри, хотя, наверное, так не получится, да? Короче, ладно, давай, погнали. Будем драться, сейчас все, буду кнопки нажимать, херачить всех. Давай мне подавай по одному, блядь. С роктем, соксом, 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 шмоксом. Там видали, какие эти комментаторы, блин, сидят железные, едите, твою мать. Город, город каких-то роботов. А почему же комментаторы это железные, если люди там здесь есть? Люди делают роботов, а комментаторы у нас эти, роботы сидят тоже. А чё загрузка такая длинная, алё? Я вообще её еле запустил, короче, эту фигню. Не знаю, может она не загрузится. Да нет, смотри. Музычка даже есть, охереть. Так, что нажимать? Файт уже пошло? Нет? Мы уже дерёмся? Почему не дерёмся? Ой, блин, как тут всё медленно. Так. Ой! Как драться? Эч! Бляха, вот ты, сучка, меня падла. Ну-ка, дай... На! Блин, она что-то с замедлением, да, походу? Она, короче, глючит. А как там блок ставить? L1 была написано. Так, что там... Ух ты, нихрена себе. Слышь, у меня, короче, кнопки не работают. Что это? А ты... А почему прыгать не умеем? Так, это захват. А почему ты... Давай драться нормально, слышь? Ну, в смысле, дерись, робот. Ты что не дерешься-то? Комбосы есть какие-то? Ой, что-то комбос сделал. Только очень сильно медленно все работает. О, вот это вертушка была. А ну-ка подошел. Сука, сука, сука. Как тут комбосы делать? Что-то ничего не хочет... Ничего не хочет делаться. Подожди, как там... блин, она что-то с замедлением еще таким. Раунд 1 goes to the nuclear... То что, давай, go. Или тут... Нет, два раунда. Что-то как-то уныленько. Блин, оно с замедлением маленечко подтормаживает, что ли. Ну да ладно, ничего страшного. Будет замедление такое. Роботы! Ух ты, блядь. Ты сучонок, вставай. Так, ну-ка подошел. Хы-я! Ух ты, блин, ты видал? На! На, сука! На, сука, на, сука, на, сука, на, сука, на, сука, на, сука, на, сука. Давай! Да пизди его, пизди! Что-то! Что-то сделал. Ух ты, блин, ты видал, как плечом херанул? На нахер! Да, сука, не бей меня. Как же тут, блин, драться-то нормально? Чик-чик-чик, что-то сделал? Что сделал? Это он что-то сделал мне. Блин, это суперудар! Сука! Вставай, блин, я слева. Справа, то есть, в смысле. Ебаха, вот это вот был удар. Как сделать-то суперудар? Я хочу суперудар, давай. Так, блок. Воу, что-то сделал, как-то, как сделал-то? Ну-ка. Нет, тихо. Сука, подожди, не бей. Ох ты, нифига. Да ты заебешь. Блин, сука, ты видал, меня одним ударом захреначил. Просто тупо одним ударом, так нечестно. Сучонок, блин. Ну ладно, ладно, у нас 2-2, 1-1. Ну хорошо, давай. Я не понял, здесь есть комбинации какие-то или нет, или просто так все. Да ты заебал, блядь, делать один удар, сука. Да вот ты падла, блядь, ебаная. Ну, сука, ты, я сейчас подойду, блядь, к тебе нахер. Я сейчас, блядь, к тебе подойду, тварь. Ну-ка, да блин, нихера себе, хорош сбивать мои удары, едеть твою мать. Да блюдок нахер. Бей он нахер, пока лежит. Вот, хорош молодчик. Ну-ка, блядь. Чё это? Чё это сделал? А чё это я сделал, подожди. К
как это я сделал-то? Он меня завалит сейчас. Да что ты делаешь? Ты бей его, блядь! Не выебывайся. Давай, давай, давай! У него уже рука отпала. Хорош. Блин, сложно-то как-то. Очень сложно. Я не знаю, как комбинации делать. Здесь они вообще есть, комбинации или нет? Какие-то там суперудары пытался делать. Куда ты ракеты пускаешь? Зрителей, сука, пугает. Блин, это плохо, что она немножко подтормаживает. Может быть из... О, да, это победный танец, ты чё? Может быть из-за этого, кстати, оно и сложнее драться, потому что она медленно такая. Ну не знаю, я на 1.9 эмуляторе играю, хрен знает, может FPS-ок не хватает, я хер того знает. Так, чего тут теперь? Пурше, Пурса, 250 мне дали. Так, и у меня есть правая рука. Я взял правую руку, но зачем мне ее менять? Как, что там, X Continue? Так, этот у нас здесь. Win-Lost 1, Price Parts 1. Ну давай этого, я не знаю. Тут с ракетницей, блин, он меня захерачит, ты чё? У меня с этим сложности. Я как он, блин, там я как-то ракеты пускал, то ли огнемет что-то. Как это все работает, я хер его знает. Да. Ну какая-то боевочка не очень, потому что комбинаций сильно нету. Может быть, есть какие-то комбинации, но я их просто не знаю. Они же там квадратик, квадратик, нолик, там может быть такие, ну, что-то клацает, вроде ничего не работает. У него пару ударов, ну, то есть комбинация идет как на одну кнопку подряд два удара всего-навсего и все. А он шарит вообще прям. Сука, файт. Давай сейчас сразу с выпрыжки его. Ага, свои прыжки. Как, блин, блок надо ставить. Ну вот какого ты хера, блядь, попадаешь, сука, в меня, падла. Ну-ка, блин, убей. Ух, нифига себе, сучонок. Вставай. Да, блин, он медленный у меня очень сильно. Как же, блядь, вот, как это я сделал? Как это я сделал-то, блядь? Вот тот огнемет. Вот, смотри, опять что-то сделал. Ты куда побежал? Ты, сука, стой. Что-то ракету пустил, как? Блять, сука, и он... В смысле? А какого хера он похилился? А как? Как он похилился-то, блядь? Сука, он меня заебашил. Короче, все, мне хана. Пипец, ты видел захват? А как он похилился? У него было жизни меньше. Или он не похилился? Или мне показалось? Че за херня, блин? Ну-ка. Есть, захват сделал. Ну-ка, ну-ка, херач, 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 херач его. А че так мало жизни-то отнял? Смотри, сколько он меня отнимает. Смотри, 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 пол жизни почти отнял. Одним захватом, ебать. А я у него, блядь, хуйню изотнял. Да вот чё ты, блядь? Не понял вообще, как его бить-то. Какого ты хера отходишь, сука? И почему я не могу его ударить-то? Во. Как-то сделал что-то. Так, короче, надо его бить одним ударом. Вставай. Сука, я сейчас буду блоком пользоваться. Ага, получил 4 хита, сука. Да, блин, опять захват. Да что ты будешь делать? Все, я проиграл. А какого хрена я... Как... Почему? У меня же только что на нолик было 2 атаки. То есть я клацаю нолик, и он ни хрена не работает. Он просто тупо одним ударом его бьет. Че за дерьмо? Где мои комбосы? Я не понял. Было же только что комбосы. Нет, уже пропали. Да, зачем мне комбосы? Действительно, мне по одному удару надо делать, и все. Как-то там вот эти ракеты он пускает, я хер его знает. Пурсейзи, наверное. Ну, давай еще раз, ладно. У него слабости к этому, к этому, к этому. Только и как, я не знаю как. Просто здесь времени он еще не дает, чтобы что-то попробовать. Возможно, здесь там вниз-назад квадратик что-то будет делать. Там ракеты пускать. Куда ты их пускаешь? Куда ты пустил в зрителей? Ты в зрителей не стреляй. У тебя противник вообще-то на этом, на ринге. А он, блин, короче, херачит зрителей ракетами. Нахрен они тебе сдались, те зрители.
Они просто пришли посмотреть, как вы тут мочитесь, а вы, блин, убиваете их. Нормально вообще, ребята. Так, хорошо, ну он, короче, если я буду вдали стоять, он будет дальними атаками херачить. Если, блядь, вблизи, сука. Во! Что-то нормальное. Ну-ка, сука. Сука, он меня... На нахер, блядь, вот это атака отнимает прям вообще конкретно. Да ты заебенил. Да вот смотри, вот смотри, я ничего не могу сделать. Смотри. Вот почему у меня комбосов-то нет? Да куда ты... Блядь, он мне управление поменял. Сука. На нахер, уйди, блядь. Куда побежал, блядь? Ах ты падла. Наконец-то я его завалил хоть разочек. Блин, вот тут удар очень мощный у него. Тот, что, короче, вот так рукой, короче, с-под низа бьет. Это вниз-назад квадратик. Он не управление меняет, когда молния херачит. Он какой-то, блин, сука. На. Вот, что-то сделал, но он, блядь, мне схватил удар. Почему? Он схватил меня захватом. Не смотри, сколько отнял одним... Блядь, сука, я тебя сейчас одним ударом буду ебашить, я тебе отвечаю. Иди сюда. Вот и куда ты стреляешь? А подожди, вроде же не такой удар был. Уже не делает этот удар, что за херня? О, пошли комбосы. Не понял, почему уже не делаем удар, алё, чувак? А чё он не делает уже удар мой тот, который из-под низа? Из-под низа, блядь, сделай, сука. Чё-нибудь сделай. Да хорош танцевать, ты ебаный. Вот, сука, дурень. Во, хорош. Есть, завалил. Блин, а как, почему он с той стороны не делает этот удар, а с той делает? То есть я слева стою, я могу снизу удар рукой сделать, а с этого не могу. Короче, давай, хорош. Хорош тут прикалываться, слышь? Блин. Нельзя скипнуть, представляешь? Ладно. Какая-то уныленькая боевочка, если честно. Маленько. Сейчас еще один бой попробуем и хорош. Потому что, ну, я не знаю. Надо тренироваться. Оу, 300. А он тоже, у него уязвимости такие же получается, да? Он должен быть слабее меня. Но я так, я больше чем уверен, что эти уязвимости, эти показатели ни на что не влияют. Хотя, кто его знает? Может и влияют. На что-нибудь. Вон, смотри, два наших комментатора. Красный и синий. Красавцы. Два противостояния. Rock'em, sock'em. Ну не, возможно, если бы она не так подлагивала, что вот она немножко с замедлением, я вот вижу, что она с замедлением немножко, ну, возможно, на эмуляторе 2.0 лучше будет, хрен его знает, не пробовал. Ну да ладно, сейчас попробуем тут чего-то сделать. Так, смотри сразу первый удар, General Warfare. Так, Nuclear Vastor. Ух ты, сука. Вот почему ты не делаешь? А, надо медленно. Внизу нельзя бить их. Подожди, это энергию тратит или я не понимаю что-то? Вот, сука, вот не дают схватить, пипец. Да ёбаный ты пидорас. Чё ты делаешь-то? Что такое? Что происходит? А как он отбегает в сторону? Ни хрена себе! Как он в сторону-то отбегает? Что? Вот что меня бьет-то? Он же ничем не стреляет, а меня что-то бьет. Короче,
Короче, надо подходить к нему в упор и тупо, сука, да все, мне хана. У них захваты больше отнимают, чем у меня. Еще это я отжимаюсь. Ты видал? Просто отжимаюсь, и у меня урон наносится. Круто, это вообще что-то новенькое. Отжимание наносит урон, охереть. Как этот удар, почему он не работает-то? Он почему работает через раз? Вот смотри. А, он это, как его называют-то? Вот хит получается, да, нагрев. А почему? Это, слышь? Да, вот что, он даже не, меня не бьет. Ну, блядь, урон наносит, сука. Вот я не успеваю его ударить, ты представляешь? Просто не успеваю, я нажимаю, но не успеваю. Ты смотри, он первый, он всегда бьет первый. Вот почему... Начинаются обнимашки, блядь, отжимашки эти ебаные. Че за херня, блин? Короче, я проиграл этот бой, понятно. Угу. Он нижним ударом ударил меня вверху. Нормально тоже, да? Опять точно так же, нижним ударом ударил вверху, ну да ладно. Завалил так завалил, мать тёток. Ну и боевка здесь очень сильно, как бы сказать, то что ты бьешь первый, а он как-то перебивает, вот успевает перебить твой удар. Как так-то, блядь, ты же уже ударил его, правильно? У тебя удар уже первый летит, как он перебивает, я не понимаю. Ну да ладно. В общем, короче, ребятки, вот такая вот игра под названием Rock'em Sock'em, блядь, что-то там робот-арена. В общем, а зачем здесь деньги, интересно? Нуклер, а ну стоп. New memory card challenge equip by parts. А, смотри, можно вот купить что-то, какие-то шмотки. Рука. Правая рука. Смотри, можно покупать. А сколько стоит? Owned 1 у меня есть. 0, 200 стоит. Ноги. А это что такое? А, окей. Ой, что сделал? Ух ты. Прикольно, можно менять, короче, да? Ладно, а что тут, подожди, вот было вот здесь? Тренировка, смотри, может быть в тренировке... Сейчас еще зайдем в тренировочку, посмотрим. Может быть там есть какие-то комбинации? Ну, то есть показывает комбинации, как всех нормальных файтингах. Ты нажимаешь там список, тебе показывают там движение. Нажми то-то, то-то, то-то. Ты сделаешь что-то, а это то-то. И все будет нормально. А возможно, такого и не будет. Возможно. Не знаю. Но здесь комбинация, я так понял, все равно же есть какие-то. Хоть там ракеты пускает, огнеметом что-то херачит. Но это только он. Что такое? Так, дамаг. Ага, смотри, как в Теккене, да? Вот, смотри, а здесь нормально, в принципе. Вот, ага, видишь, нагрев. Хорошо, селект, старт. У бляха, ни хрена не видно. No. Про... Projectile overheat. Opponent type. Reset position. Information display. Чего? Где? Information display. И чё? Level 1. Off. Level 1. Смотри, level 1. Level 2. И level 3. И ничего почти не поменялось. Хорошо, смотри. Вот этот удар. Раз, нагрел сильно, да? Ага. Точно. Смотри, вниз-назад. Вниз-назад квадратик. Назад квадратик. Не работает. Вперед квадратик. Если я два раза вперед квадратик, два раза назад и квадратик. Нет, нифига. Смотри, вниз-назад квадратик уже не работает. А как? Ну, вниз-назад квадратик. Почему работает через раз-то? Вот смотри. А вверх есть какие-то кнопки? Так. На ногах что-нибудь есть у него, кроме вертухана? Это вертухан, окей.
Что-то на ногах вообще ничего нет, кроме вот этого вот. Ага, вот назад-назад нолик, получается, это ракеты. Вот видишь, нет у него этого. Короче, херня какая-то. Это так, это так. Это так. Ну, что-то комбосов реально нету, ни хрена. Воу! Как это? Как это я сделал? Стоп, это захват. Захват это нам не... А что тут L2 делает? А, подожди. X квадратик. А это, подожди, нолик треугольник, да? Может быть, еще что-нибудь сделаю такое интересное? Ну-ка, давай. Чувак, как ты сделал, короче, полет? Как-то он полет сделал, вот. Не понял как, но он как-то сделал. Как-то на нолик нажим, вот. Не знаю как. Ну, короче, смотрите. Вот, вниз-назад нолик, что-то прям ракету такую мощную, быструю пускает. Ну да ладно, короче. В общем, ребятки, давайте закончим на этом всю игру, потому что, ну, в принципе, как-то он бегает вверх. Мог бегать вверх. А, вот. Ха, смотри. Уиу. Уиу. Ха. Прикольно. А, это вот когда дотрагиваешься до этого, то нагревается очень сильно твой робот, короче, не может стрелять. В общем, все, ребятушки, всем спасибо за просмотр, ссылки в описании будут под видео, комментируйте, ой, и всем до встречи в следующей игре, которая у нас будет на PlayStation 1 на посмотрелочке в следующий раз. Все, всем пока.